Кто ответит за смерть 43-летнего калининградца Александра Бойцова? И кто теперь поможет его жене и двум сыновьям? Из-за чего Берлинский мост считает проклятым? И почему парапсихологи не советуют подходить к этому мосту близко? Эти четыре души будут проклятием этого моста, продолжением проклятием этого моста, нового теперь моста. Смертельная ошибка или чья-то безответственность? Специалисты восстановили ход событий. Трудно сказать, чья персональная это халатность, может, просто легкомыслие. Подробности страшной трагедии, шокирующая правда и эксклюзивное интервью. Смотрите в специальном репортаже «Проклятый мост» в итоговом выпуске службы новостей «Город» в субботу в 20:30 на Первом городском канале.